Смотри на власть. Они особо не церемонятся, показывают народу несколько зажигательных спектаклей. Раз в два месяца дают выпустить пар. Выборы, поздравления с Новым годом, построение нанобудущего олимпийского царства и футбольного государства, people хавает и счастлив. Но когда у народа дыра в кармане и совсем жрать нечего, кто виноват? Тут уже не до водки с футболом, тут нужна жертва. И власть народу эту жертву, будь уверен, предоставит. Нас с тобой, понимаешь? Вот и получается игра такая. С одной стороны народ, которому насрать на себя, с другой власть, которая насрать на народ. А посередине мы с тобой, которые вроде как что-то должны, но кому и что? Непонятно? А ты чего молчишь? Алло, ты здесь вообще? Оставь его, он, кажется, спит. А что мне выступать? Вы вроде все по делу говорили, я и не лез. Так вы чего хотите? Выиграть или не проиграть? Не проиграть! Да не важно. Как можно выиграть или не проиграть в игре, правила которой постоянно меняются и меняются не вами? Есть лишь один путь. Договориться между собой и установить свои правила. Вот тогда и начнется наша игра.